21 октября поздравления с праздником будут принимать папы всей страны, а накануне, 20 октября, кинотеатр «Мир» приглашает детей и взрослых стать участниками развлекательной шоу-программы под названием «В кино с мамой и папой». Начало в 11:30. Развлекать юных кинозрителей и их родителей будет аниматор. Организаторы готовят много классных конкурсов веселых игр, а еще будут танцы и сюрпризы. Вход для всех свободный. После программы можно остаться на просмотр мультфильма «Пушистое превращение». Цена билета 5 рублей 50 копеек.